Осел. В положенное время осел пришел на водопой, но утки на пруду так раскрякались и разыгрались, хлопая крыльями, что замутили всю воду. Хотя осла мучила нестерпимая жажда, он не стал пить и, отойдя в сторонку, принялся терпеливо ждать. Наконец утки угомонились и, выйдя на берег, ушли прочь. Осел вновь подошел к воде, но она была еще мутная, и он опять отошел с поднурой головой. «Мама, почему же он не пьет?» – спросил любопытный лягушонок, заинтересовавшись поведением осла. «Вот уже дважды он подходит к пруду и отходит ни с чем». «А все потому», – ответила мама лягушка, – «что осел скорее умрет от жажды, нежели притронется к грязной воде. Он будет терпеливо ждать, пока вода не очистится и не станет прозрачной». «Ах, какой же он упрямый!» «Нет, сынок, он не столько упрямый, сколько терпеливый», – пояснила лягушка. Осел готов сносить все тяготы и огорчения, а упрямым его величают всяк, кому самому недостает выдержки и терпения.